Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем Человека-паука. Белый паук. Так, и что у меня? Так, теперь вы можете использовать жетоны для изготовления улучшенного костюма. Давайте посмотрим. Так, чтобы забрать жетоны, выполняйте побочные задания, совершайте различные действия в городе. Удерживайте, чтобы изготовить улучшенный костюм. Доступен новый костюм и функция костюма. Это что функция костюма? И после изготовления костюма новая функция будет выбрана автоматически. Ой, а что-то там боевая концентрация прямо таки. Понятно, что выбрать любую из доступных функций костюма можно в соответствии меню. Костюмы также можно улучшать с помощью модификации. Открыть или выбрать модификацию костюма вы можете здесь. Выполняйте побочные задания, участвуйте в событиях для получения доступа к костюму, а также в функциях и модификации. Создавайте модификации костюма с помощью жетонов. Так. Должно сработать. Ну давай смотрим, что он мне там. Боевая концентрация. Ну, так у меня классный костюм, мне он самому нравится. Такой немного даже патриотичный, я бы даже сказал. Пардон, спешу на работу. Белый паук был черный, стал белый паук. Извините. Паучок, классно. Привет, Нью-Йорк. Ух ты, что ты? Асфальт-то трогаешь руками. Давай. А куда мне надо-то? Хоп. Да подожди ты. Вон она, вышка. Человек-паук, думаю, я поняла, как люди Фиска все еще ведут его дела. Его стройплощадки. А ее не закрыли после его ареста? Нет, это одно из его законных дел. Много инвесторов. Без причин мы не могли. Но сейчас причина есть, да? Поэтому я надеялась, что ты осмотришься там и скажешь, если найдешь что-нибудь. Понял тебя. Стану любопытным соседом-пауком. Ну давай. Вошел. А, так я в каком-то другом районе. Сейчас минутку соберем. Всех их вместе соберем. Соберем. Давайте вот этот просто здесь уже. Свободное падение 1000. Подождите. Мои преданные слушатели. Ой, простите. Щеткоголовые, как они зовут себя? Барабаньки. Да тихо ты. Люблю срывать сделки наркоторговцев. Так и крыляет. Да. Согласен. Я напишу. Я против наркотиков. Это пагубность. Дрянь, которая убивает миллионы. Так. Ну все правильно, пока бегу, значит. Мне открыть ее надо. Давай, еще немножко. Подождите. Подождите.
Не могу. Вот теперь можно и посмотреть, куда там ваш подозреваемый бежит. Так. Не понял, только что тут где-то рюкзак был. Ну давай, 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 ползи, ползи. Вот он. Так, где он? Вправо, давайте посмотрим, что там за цель такая. Что за мишень? Я что-то не понимаю, где тут мишень? Подождите, так это же мой кабинет. Так. Давай, 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 ползи, ползи, ползи. Так, что у меня тут еще имеется? Ну все, прямо бежим. Хотя можно вот сюда свернуть. Немножко. Вот он. Ограбление. Кого сфотографировать? Да. Подожди. На. На. Конец грабежам. О, люблю счастливые финалы. Да, вот такой я молодец. Хвалите меня. Хоп. Да вроде недалеко было-то, почему я так все никак дойти-то не могу. Сейчас, минутку, подождите. Вот и все. Сейчас будет тебе поддержка с воздуха. Да хорош крутиться. И пумк.
На. Подожди. На. После ареста Фиска все мелкие сошки вылезли из своих нор. Ну, вот так вот. Блин. Вот чё в GTA хорошо, заплатил за такси, и ты уже там. Не надо тебе париться там. Ой. Где-то здесь. В церкви. Ой. Вот так. Да, кстати, вот что хочу сказать, то что по поводу города. Охренеть, какую работу проделали. Конечно, можно, но потом, девушка, потом, все потом. Давай, давай. И немного вот сюда. Давайте, немножко осталось. Подождите. Ничего, что я здесь пока. Давай. На. Вот так вот. Еще одна вышка заработала. Прекрасно. Давай. Не понимаю, почему они книгами не торгуют? Выключаем. Если честно, не люблю я рынок лекарств. Особенно тот, что в подворотне. Да. Они уходят. Нужно догнать. Давай. Они уходят. Знаю, так нехорошо. Не успел. Блин. А чё так можно было не успеть еще? Теперь буду знать, что так и тоже могут они. Понятно. Юрий, я на стройке Фиска, и тут куча парней, которые совсем не строительством заняты. А что они делают? Сейчас я это выясняю. Ха. Док прислал сообщение. Похоже, новая идея паучьего гаджета. Он хоть во сне перестает изобретать? Так, чтобы открыть страницу гаджетов. Удар так мощный, выброс паутины мгновенно обезвреживающий врагов. Так. Удерживайте, чтобы изготовить ударную паутину. Так, и что, я это сделал, нет? Паутина, так, доступна ударная паутина.
Для получения доступа к новым гаджетам используйте жетоны или детали, найденные при выполнении задания. Вы можете улучшать каждый из гаджетов с помощью жетонов. Чтобы заработать жетоны, выполняйте... Так. И что такое увеличение боезапаса гаджетов? Так, жетон недостаточно, ага. А это что такое? Скорострельные электроры паутины, выстрелив из них врагов. Ну вот. Даже не знаю, как пользоваться ими. Ух ты! Похоже, может сработать. Так. Шикарно! Доку понравится! Черт, мои ноги. Не верю, что Человек-паук победил. Ничего еще не закончено. Я... Снимите с меня эту дрянь! Вижу его! Нарываешься? А ну! Еще парни! Пожалеешь! Да. Человек-паук, мы накрыли 4 нелегальных торговцев оружием в паре кварталов от стройки. Торговля оружием. Попробую перекрыть поставки. Подождите. Так, ваш новый костюм обладает специальной функцией. Функция костюмов наделяется вас особым. Выбранная функция костюма непрерывно регенерирует концентрацию после применения функции костюма со временем восстанавливания. Кажется, они позвали друзей. Привет еще, парни. А у нас вечеринка. Обувь снимайте в коридоре. Если не носите носков, то купите уже носки и носите. Я научу тебя уважать. Пришлите его к себе. А чё вас так много-то реально? Мистер Фиск передает привет. Много, много вас что-то, ребята. Много. Вечеринка. Обувь снимайте в коридоре. Если не носите носков, то купите уже носки и носите. Босса, от себя уже тошнит. Меня тоже. Отсыпаться! Назад, живо! Ах!
Предлагаю сдаться добровольно. Нет? Подождите. Вау, подожди. Ну-ка. Блин, ну немного не получилось. Все так хорошо началось, если бы не гранатометчик этот. Если не носите носков, то купите уже носки и носите. Не попадитесь! Пустите! Предлагаю сдаться добровольно. Нет? Блин. Ой. Почему? Подави! Уходи в сторону! Еще? Полная коллекция, да? Давай, вокруг него и... Фух, ну наконец-то завалил их. Проблематично. Теперь тут чисто, капитан. Только все в паутине. Кто-то наконец сообщил о выстрелах. Отряды уже в пути. Хорошая работа. Я и сообщил. Так. Добивающий прием, ага. У Фиска есть еще стройки в городе. Уверена, это тоже прикрытие. Наведайся туда и сообщи, если увидишь что-то подозрительное. Хорошо, понял тебя. Так, костюмы, что тут новое, что-то. Функция костюма. Синтетический биоматериал, вырабатывающий гормоны концентрации на короткое время. Это что? Поражение врагов сокрушительными акустическими волнами. Это что? Крушите врагов четырьмя искусственными руками из... А, надо что-то, да, устанавливать их. И что такое? Атаки гаджетов повышают концентрацию. Уменьшение получаемого урона в рукопашной. Так. Уменьшение получаемого урона.
А это само будет, да, открываться? Или надо самому ставить? Не хватает средств. Чего? Жетоны. Не хватает жетонов, да? Гаджеты. Это что за паучок? Так, паучок дрона. Который самостоятельно обнаруживает соседних врагов и стреливает их энергетическими импульсами. Навыки. Ну вот это вот я точно хочу. Давайте идем дальше. Если я хочу найти все стройки Фиска, нужно перенастроить мой навигатор на повышенную точность. Это можно сделать, используя объемную обработку фотографий популярных мест. Это что такое? Пожалуй, я знаю, откуда начать. Тайник Фикса какой-то. Лени говорит, что Человеков-пауков. Никого. Пора заедать. А вы так ничего и не поняли. Вот и конец. Мы возьмем тебя живым или мертвым. Фиску без разницы. Привет от босса. Потери. Задайте ему. Держи, боссу нужна голова Человека-паука! Оружием. Попробую перекрыть поставки. Давайте ему прыгать! Ой. Кажется, они позвали друзей. Я провалю тебе череп! Даже не думай сделать это со мной! Еще, парни, а у нас вечеринка. Обувь снимайте в коридоре. Если не носите носков, то купите уже носки и носите. Те, кто мешает главарю... Не попадитесь! Отдайте ему! Предлагаю сдаться добровольно. Нет?
как ты его крутанул, господи. Понятно, теперь для чего эти кружки, мы туда не пойдем больше. Теперь тут чисто, капитан. Только все в паутине. И кто-то наконец сообщил о выстрелах. Отряды уже в пути. Хорошая работа. Ну и... продолжаем. Давай. Осталось-то чуть-чуть вот добежать. Хоп. Хей-хоп. Давай. Бежим. Есть сообщение о вооруженных ограблениях. Старый добрый Empire State. Люблю этот город. А теперь фоточку. Так. Чё мне фотографировать-то надо? Так пойдет. Карта сейчас перенастроится. После ухода из Бьюгла я почти не фоткал. Уже забыл, как это здорово. Надо поснимать другие достопримечательности. Во как. Ничего себе, тут всякая хрень натыкана, натыкана. Ладно, мы, нам-то сюжет надо. Давай, вот сюда. Будем отрывать, открывать карту. Алло? Питер, это Мартин Ли. Хотел тебя предупредить, у нас еще не все готово к вечеринке. Курьер с тортом, кажется, застрял в пробке. А, конечно. Скажите, как будете готовы, я заскочу. Отлично, до связи. Появилось свободное время. Посмотрим, что творится в городе. Что творится в городе? Давай, расшифровываем. Вот так. Насчет аренды. Мистер Паркер, этот звонок третье и последнее предупреждение. Процедура выселения. Подождите, у меня зарплата в конце недели. Я. Процедура выселения начнется вечером в пятницу, если вы не покажете. Я не понял, почему это ты. Всего доброго. Ага, Иван. За что вы меня так? На. Надо быть поаккуратнее с моими поклонниками. Не понимаю, за что вы на меня набросились? Питер, у нас все готово, ждем только тебя. Отлично, уже в пути. Сейчас, минутку. Давай, 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 давай. 10:34, произошло нападение. Происшествие у центрального вокзала. А вот он. Все. Происшествие у центрального вокзала. Давай немножко вот здесь вот откроем. Так, подожди. Он вроде недалеко находится-то. Так что в дальнейшем нам это может пригодиться чем-нибудь. Есть сообщение о вооруженных ограблениях в районе.
Проследуйте к центральному вокзалу. Подождите. Вот на этом здании. Господи, там даже птицы глючат. Итак, давайте. Все нормально, все окей на. И рюкзачок где-то здесь. Тихо ты. Это мое. Где-то внизу. Это ограбление. Кого сфотографировать? Да. Конец грабежам. О, люблю счастливые финалы. Да, я такой, хвалите меня. Так, надо назад немножко повернуть. Подожди. Давай. Ты однажды спас мою сестру от стервятника. Спасибо. Вот так вот. Опыт 5. Ничего. Полетели. Подожди. Произошла авария. Гражданские не могут покинуть машину. Проследуйте на кафедрал. Правда вы? Ничего себе! Это же ты! Я в городе всего неделю и уже на... Готово. Встреча, чувак. Так, у меня где-то за спиной. Давай посмотрим. Простите, неотложное паучье дело. Там внизу серьезная авария. Кто-то мог пострадать. Человек не может выбраться. Он застрял. Не паникуйте, я рядом. Давай, выходи. Человек-паук, помоги! Не могу пошевелиться! Под ту машину попал пешеход. Держитесь! Так, с этой стороны. Давай. Выходи! Ладно, все целы. Пусть остальным займутся специалисты. Спасибо. Я думал, все кончено. Так, давай. Бегом, давай.
Хорошие новости, Питер. Кажется, я убедил комиссию по грантам. Главное, чтобы завтра подгонка снаряжения с таксидором прошла успешно. Здорово, Док. Мы снова в деле. Предварительно. Если наш небольшой инцидент ускользнет от внимания мэра, будешь завтра на подгонке? Обязательно. Все пройдет хорошо. Мы изменим мир, Док. Я согласен. Просто на отсутствие возгорания. Увидимся завтра, Питер. Так. Нас ждет важный день. Вот сюда завернем. Ну чё? Всем машинам нам сообщают о взломе и проникновении. Да? Ну хорошо, сделайте пока что-нибудь хотя бы без меня, можете? Вы же как-то жили, люди. Пока меня не было. И вот я, да подождите, на крыше. Какой ты резвый, блин, хрен остановишь. Так, надо. Все, установили. И вот одна вышка. Вон там. Вон туда я и пойду. Давай, 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 давай. Как ты вот не устаешь прыгать? У тебя мышцы не устали, руки, ноги там. Просто, как сказать, само пребывание в этом висячем, подвешенном состоянии, даже не знаю, как на пол шестого. Внимание всем, происходит вооруженное ограбление. Всем машинам в Мадисоне, у нас происшествие. Давай, где-то здесь вышка. Вот она. Она? Нет, вот она. Открываем. Амплитуда подобрана. Спокойно. Капитан Ватанабе дала мне свой номер, когда решила, что верит мне. Это немалый риск. Если кто узнает, что она помогает мне, ее уволят. Хорошая девчонка, значит. А самое главное, смелая. Правильно. Вон. Один доверился Бэтмену, и чё? В итоге он... Весь Готэм мог обезопасить. Давай, 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 еще немножко. Я не знаю, где это Балури. Я и забыл, как люблю фотографию. Так. 10:10 поступило сообщение о возможной наркосделке. Проследуйте в Бауэри.
Ну я тебе сейчас. Все? Не понимаю, почему они книгами не торгуют? Он из тех, на кого нужно прыгать. Человек-паук. Мы тут дурачимся. Я не хотел ничего покупать. Если честно, не люблю. Давай. Рынок лекарств. Особенно тот, что в подворотнях. Подождите вы. Блин. Да. Люблю я выбивать дурь из торговцев дурью. Жетоны преступлений. Подождите. Подождите, а что, у меня вышка где-то? Ну так-то недалеко. Ну давай сначала зайдем, мы уже подошли. А теперь к письмам от слушателей. Мэй из Квинс. Да, пешком добегу. У вас столько гнева. Вам стоит научиться управлять им. Это вредно для здоровья. Знаю, что она переживает за меня. Но это всего лишь обычное заблуждение, которое я сейчас развею. Во мне нет гнева. И что здесь? Мистер Ли на кухне. Готовится к вечеринке. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы увидимся в следующем видео.